Будильник. Гулять пойдешь? Пойдем. Пойдем. Рулик как заяц побегает. Ты, заяц побегает. Поспал. В 5 утра проснулся. Готовать и есть. Поел. И опять лег спать. Сейчас опять проснулся. Что-то захотел гулять, наверное. Рудик. Что застыл? Все ему интересно. Все какие-то запахи новые. Кот, наверное, терся. Вот так. Игручий кот. Вчера ловил тряпку на лету. Представляете, я кидаю тряпочку, у него такая сыграется. И он его подпрыгивает и на лету ловит. Но это уже было темно. Где-то после 9 вечера. Они ж вообще, коты это ночные животные. И вот он решил ночью разгуляться. Да? Ночное животное. Собакин гулять хочет. Сейчас пойдем. Ага, трава мокрая. И он не хочет идти по мокрой траве. Выпала роса. Наверное, сегодня опять будет жарюка с ума сойти. Мне сейчас надо ехать добрые дела делать. Сейчас 7 утра. Где-то 7.15. Начало 8. А мы уже на прогулке. Да? Котейка. Внимательно наблюдает за собакой. Собака уже возле калитки сидит. Ждет прогулки. Вот так. Ох и шустрый. Пока развернется камера. Так, ладно, надо забирать, бо сейчас будет грязный весь. Вчера уже попробовал. Съел одну чирьку. Ну, рано еще, они должны быть такие ярко-красные. А так, помидорчики потихонечку зреют, подрастают. Вон там уже такой, вот такой. Но они потом, нет, не потом резко так, гу-гу, и поперли. Просыпается потихонечку все. Ну как уже, почти все проснулось, но кое-кто еще спит. На примере не вижу, одна Люся заскочила домой и кушает. А где остальные коты, не знаю, разбрелись. Где-то опять, наверное, крысу доедают. Друзья, вчера, не поверите, нашел ленту с последнего звонка. Выпускник 86. Я ее с ума сойти читал, комок в горле. Помните раньше, что там на лентах писали там всякие пожелания? Вот этих красной ленты, выпускник 86. И вот я начал их читать вчера. Смотрю, уже нескольких людей, которые писали эти вспоминания, нету живых. Ух, так аж, знаете, как оно. Некоторые повыцветали, даже есть пожелание классного руководителя. Владислава Петровна тоже. Давно уже ее нет. Так что такие раритеты у меня есть. Вон маленькая черепаха. Оп, нырнула. А палка все больше и больше вылазит. Погода, видите, какая. Ух. Воздух свежий. Обалдеть. Вода чистая. Небо тоже. Ни одного облачка нету. Лебедь на той стороне плавает. Да. Ладно, друзья мои, пойду попью кофе с бутером, то буду отчаливать, делать добрые дела. А то, как известно, под лежачий камень вода не течет.
сейчас где-то 24-25 градусов, всю ночь был балкон, окно открытое, я же замерз, под утро закрыл. Но утром будет, днем будет жарюка. Я это же чувствую. Да? Собакин подорожника кусок съел. Надо же. Вот. Наши. Говорят, покоси. Ну не буду я косить. Это ж дикое место. Пусть оно растет. Было бы такое дома, я бы его покосил. И то. Ну как, да, покосил бы. Ладно, друзья. Всем хорошего мирного дня. Остаемся на связи. Всем удачи, добра. Всем пока.